Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Я Майский квартира 1. И сегодня вот так попал я все-таки на сервак. Игрушечка Symbiosis Alliance. Ну, это такой ММО-шутер. Ой, не шутер. Тьфу. Пострелушка. В общем, ММО для нескольких игроков. Корпоративная игра, корпоративная сеть. В общем, как раз платформенная игра. В общем, если кто-то играл в свое время в автоматы такие, ну, да, были у нас в советские времена, стояли всякие сеги. Ну вот, в основном сеги. Скорее всего, она вам что-то как раз и напомнит. Значит, в чем суть данной игры? Здесь птицы восстают против империи кошачьих. А мы играем, естественно, за птиц. Вот, мы, значит, будем летать, в общем, по всей карте, пытаться, в общем, сражаться с боссами, в общем, выполнять какие-то квесты. Если они, конечно, есть, я, если честно, вот только-только ее запустил. Вот, и Alliance Symbiosis это представлен вам как PreFox, один из разработчиков Rail on the Mad Good. Я единственное, что вот в этом мало что понимаю. Вот, первая история ММО Шпума. Ну, скорее всего, это от того, что разработчик как бы один из первых, да, вот о таком вот жанре, все возможно. Да, PreFox это вот как раз издатель, и он же разработчик. Да. Что из себя, значит, давайте, значит, мы будем немного, так сказать, разбираться, что в данной игре существует. Игра, к сожалению, на английском языке. Я тут много... Ох, ёпт, зараза. Ну, хорошо. Я тут истратил, короче говоря, свою какую-то энергетическую хрень. Ну, все действие на клавиатуре, а так как это все на клавиатуре, приходится, в общем-то, на... Я так думаю, что лучше всего как раз на джойстике играть, да? Когда вот все действия происходят на клавиатуре. Тогда лучше, конечно, вот в такие игры иметь джойстик. Так, что у нас тут? Автоматик. Нет, или подожди, или мануал. Так, ну здесь, да ёп, все забываю, вот это вот, да. Здесь, к сожалению, да, русского еще пока нету. И если честно, я, так сказать, не думаю, что будет. Хотя кто его знает, но не думаю, что будет в будущем. Ну, видите, два английский и китайский. Китайцы, блин, вот молодцы. Везде, в каждой игре у них. Для них всегда язык. Да. Ну, давайте полетаем. Ну, к VW, вот мы, в общем-то, вид сверху, такой, знаете, даже с диагональю. Наши непосредственно вот внизу, да. А, точнее, это внизу. Это мне вот так вот показалось, что это внизу. А на самом деле это не внизу. Это, так сказать, визуально, как... Показалось, что это вид, да, как будто вниз, да, что бомбочки сплывают. Так, ну, как всегда, правой кнопкой мышки мы стреляем. Я не знаю, кто это. А, ну это, скорее всего, наш. Да? Ты наш? Наш. Так, а вот кошак. Вот он, кошак. Мы его первого забиваем. Так. Ох ты ж, меня попали, а? Сори, я понял. Так, значит, ну, это такая небольшая, я так понимаю, миссия, да? Что-то типа нам подсказки, да? Маус, right, left, stick. Left, stick. То есть это мы... А, это у нас, типа, увеличение скорости, да, получается? Отлично. Так, и вот эти вот штучки, я так понимаю, мы собираем. Это что-то, какие-то артефакты. Бух, ха-ха. Но мне не... А, не да, блин. Ну, такая стрелялка занятная. Графика, кстати говоря, довольно-таки милая.
Давай, мочи их. Так, ладно, поехали дальше. Все это единственное на английском языке, а как вы знаете, я в английском не особо шарю. Так. Ага, и у нас есть непосредственно перезарядочка, да, я так понимаю. Ух, как шабануло-то. Ну-ка, а это что у нас такое? Ага, значит, в это мы какую-то... Угу. Значит, можем менять, да, кнопочку, да, буковка В, да. Мы меняем непосредственно, что у нас за оружие, я так понимаю, будет стрелять. Это просто пулемет. Это... А давайте посмотрим, у нас вообще... А, это я что, его выкинул, что ли? Не, подожди. Да ладно, серьезно, ты не хочешь ничего брать? А, то есть у нас всего получается 3 штуки. Ладно, полетели дальше, увидим, чего там у нас. Так, финал тренинг. Ну, я как и говорил, да, это у нас такая тренировочная типа была. Типа база. Вот, и я так понимаю, нас, в общем-то, выпускают. Ага, зашибись, еще на главного. Сразу же на босса, да, мы попадаем? Зашибись. Так, интересно. Я пройду этого босса? Прошел, слушайте. Ну, не такой он и страшный. Ну, внизу там что-то пишут. Если кто-то вот более-менее в английском, да, понимает, в общем-то, я думаю, ему как раз не составит труда, да, все это писать, как говорится, ой, точнее, прочитать и понять, что там написано. Ну, а я же, собственно говоря, с вашего позволения, буду действовать интуитивно. Ну, как интуитивно? В общем, методом тыка. Да, потыкал там, и вроде как, если все... Да, это у нас такое ускорение правой кнопкой мышки. Ух, какая, да, средняя кнопка мышки, это у нас... Ух, типа я не... А что это вообще такое? А, вот куда нужно, я все думаю, куда же мы... Ну и все, мы, в общем-то, попали в такой вот открытый мир. Довольно-таки, слушайте, ну да, вот такой стимпанк я бы назвал это. Сейчас у нас... Ох вы ж, блин, а... Да ладно, серьезно, вы на меня все что ли ополчились, Да отстаньте вы от меня, блин, да что же вы на меня-то все... Да блин, да что же вы такие за... Сволочи-то, а? Вы можете на меня... Успокойтесь, а? Слушайте, не успел появиться, они у меня уже на меня тут накинулись, изверги. Так, ну да, я как и понял, что здесь, скорее всего, вот эти вот, как бы, да, это типа за, ну, задания, либо миссии. Да, вот я так телепортнулся, и меня, к сожалению, тут немного еще и отвлекли, блин, смс-ка пришла, смс-ка, и я в итоге, блин, куда-то не туда попал. Так. Здесь, я так понимаю, мы что-то можем разблокировать, да? Ну, давайте разблокируем.
Ну, знаете, такая довольно-таки... Так. Прикольненько. Ну, можно уйти, нет? Понятно. Так. Ага, и здесь мы, значит, куда мы можем попасть, да? Ну, давайте... Нестлан. Ага, и здесь... А, мы можем здесь какого-то чудика, да, я так понимаю, насоздавать. Хм. Ну, если честно, такое себе занятие. А кого мы можем вообще создать? Ага. Только вот этого. Ну, хорошо, давайте его создадим. Он зато так, угу. Так, хорошо, я понял. Так, механик мне что-то там говорит, что все хорошо, да? Я так понимаю. Ну, хорошо, так хорошо, поехали, полетели дальше. Ага, здесь мы непосредственно, это наш типа апгрейд, да, я так понимаю. Ну и вылетаем, я думаю, сразу на миссию. Еее, блин, ну в общем, если огребать по полной, то будем огребать по полной. Слушайте, довольно, если бы, я говорю, было бы, ну, русский язык был бы вообще еще круче. Да ладно, серьезно. Ага, так. О, видите, кто-то тоже за, ну, типа, за наш, да, там какой-то летает. Но только он в виде какого-то Супермена, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Гаси их, ребята, гасите. Так, а это, я понимаю, мы, у нас такая некая жизнь, да? Ну, то есть энергия. Да ёб твою идею. Слушайте, тут не просто, вот, знаете, как сказать, пару, да, пару штучек нужно с кем-то воевать, а тут просто месиво. Ёб, блин, и главное все по мне, да, вот так вот. Нифига не на меня... Все, представляете, нагрели. Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не, надо, иначе я сейчас... Да ладно, серьезно, ты чего, не убиваем, что ли, такое? Слушайте, они вообще неубиваемые. Либо я косой. Либо я косой, либо они неубиваемые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай, быстрее. Улетаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, надо срочно свалить оттуда, иначе я сейчас огребу по полной. И очень-очень-очень будет больно. Куда моя энергия побежала, блин? Куда ты полетела, скотина? Ты же должна рядом. Ой-о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 й. Не, все, тут я сейчас греб. А нет, слушайте, выжил. Так, вот это вот. Вот видите, где горит значок и буквочка S. Ну, C точнее. C телепорт. То есть если я сейчас нажму C, то есть я телепортнусь именно в то место, где вот это вот типа миссия или миссия. Да вы чего, блин, а?
Вот я единственное, что не урубился еще, как поставить, так сказать, ну, какую-то другое, точнее, какое-то другое оружие, либо, может быть, щит какой-то помощнее. Ну, давайте телепортнемся. О, телепортнулись. Ох, и тут я огребаю по полной. Да, слушайте, не нужно было телепортироваться, но я так понимаю, здесь, видите, нужно более такое мощное оружие, мощный, скажем так, какой-то корабль. Вот. Но мы, с другой стороны, нет, не можем. А, мы всего лишь кадеты, да, ранг 4 у нас. Ну, хорошо, ладно. Ну, ты что, каждый раз вот так вот выбирать, что ли? А, 7000, ну, у меня 7000 нету, конечно. А этот я не могу разблокировать, только на таком маленьком самолетике, да, летать? Ну, довольно-таки, слушайте, вот, не знаю, по мне, довольно-таки очень милая графика. Управление довольно-таки, ну, более-менее, скажем, ну, понятное, да? Вот. И, ну, единственное... Ну... Так, что у нас тут? Угу. Так. Ага, тут какая-то... Да, мы можем миссию, я так понимаю, взять. Ну давайте полетели. Вот. То есть, в принципе, игрушка, на мой взгляд, достойна внимания. А тем более, знаете, вот такая именно вакханалия творится просто. Кошки это вообще тут. Можно сказать, как эти завоеватели мира. Вот, а мы как освободители мира пришли на это. О, давай, собираем. Так, что у нас тут есть? Ничего нету? А, ну это опция, понятно. Так, давайте вот эти вот собираем штучки. Отвали. Так, какой-то... Да, что-то мы там апгрейдили. Подняли какой-то уровень на какое-то оружие. Да ладно, серьезно. Open chat, да, то есть если мы return, ну вот я говорю, вот на пока мы летаем, и здесь на ними подсказочки есть, да, нажмите то-то будет то-то, нажмите то-то будет то-то. По мне, слушайте, довольно-таки очень классно сделано, поскольку, то есть не надо куда-то, то есть вам, знаете, вот не такие, как вылетают подсказки, там играешь, и вдруг такое окно, такое бух на пол экрана, типа, вот, сделайте то-то, если вы хотите так-то. А здесь летаешь себе раз, и надпись просто горит, то есть она и не мешает, и хотите прочтите, хотите, то есть ненавязчивая такая, знаете. Успел, прочитал, не успел, ну, да и хрен, как говорится. Так, ну что, мы вроде как тут куда-то мы летим, но куда я, к сожалению, пока... Слушайте, у нас какая-то миссия есть, но миссия, я так понимаю, я еще ее не одну... Ага, мы там чего-то апнули, да? Да, что-то мы там увеличиваем. Я бы очень хотел какое-то, знаете, дойти до какого-то оружия, такого, чтобы было такое, ух! Прям... чтобы их, знаете, стрельнул
и прям с двух, ну не с двух, конечно, раз, ну там какой-то лазером там или еще. Ох ты ж. Так, вот я хочу долететь вот до этого. Да, давайте долетим, посмотрим, что там вообще существует или не существует. Ох, как я, да, сам-то и, собственно говоря, и нарвался. Ох, 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 ох. Да, жизни, я так понимаю, энергии, ну, тут немного она восстанавливается, если, опять же, нет атаки. Но как только, видите, вас постоянно атакует, очень сложно. Так, ага, вот, 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 вот мне не надо, вот мне надо. Да. Так, отлично. Так, это у нас, ага, это максимум, по-моему, да? Максимум. Так, ну, слушайте, что-то я тут набрал. Ну, давайте посмотрим. Давайте вот эту возьмем. Damage, да? 6. О, супер спид. Так, супер скорость. Так, а это что у нас? Это энергия, да? А, то есть, блин, нам... То есть, либо... Либо энергию, либо скорость. Нам нельзя как-то это совместить, а? Ну, скорость-то, собственно говоря, я пока не особо хочу, а вот... генератор, а это куда ты, интересно, ставишься? Ага, то есть ты все время вставляешь именно в определенную ячейку, то есть да, и заменяет существующие. Ну хорошо, 6, так, 6, ну давайте эту поставим. Слушайте, может быть эту. А, либо ее можно вообще выкинуть. Ну, смотрите, вот эта штучка, она что-то там все-таки, ну, какой-то апгрейд, да, по-моему. Ну, давайте вот эту выкинем. А, или, ну да, я же хочу выкинуть, почему нет? Так, эту мы тоже выкинем. Блин, я бы, конечно, все это оставил, но место, похоже, здесь очень ограничено. Ну, а тем более у нас такой маленький кораблик, да? Поэтому я не думаю, что он много там возьмет на себя. Так, ладненько, полетели. Посмотрим, что у нас. Ну, если честно, он как-то... Блин, а почему? Ну, может быть, да, и получше, конечно, стрелять стал. Ну да, так, знаете, пошустрее стал стрелять. Так, а куда я хотел лететь? А, я туда хотел полететь, точно. Я же хотел до вот этой вот штуки долететь. Музыкальное сопровождение, кстати, такое не напрягающее. Ничего, так прикольненькое. Ух ты ж, ёб твою идти, а. Это в какую же вы меня задницу, блин, отправили, а? Это что ж за миссия, типа... Она... Лети туда и сдохни, блин. Ух ж ты ж, блин. Слушайте, а я... О-о-о-о. А, я вот-вот-вот-вот, где-то вот здесь вот должен.
блин, а? Что вот это меня. Так, где ты там, блин, 38. Я все время вот эту вот теряю. А, вот он, наверное, да, скорее всего, я так понимаю. Да не-не-не-не-не-не, ребята, ребята, вы спокойно, спокойно, успокойтесь. Вы, конечно, бравые молодчики. Да ё-параса, слушайте, мне по-моему, валить надо, а? А, вон она, лампочка или что там, энергия. Так, давайте попробуем облететь. А, странно, а я мог вообще через гору? А я через гору не могу, да, пролететь, зашибись. То есть они могут, а я типа такой отстойный, да? Ох ты ж. Вот это мясо, вот это мясо, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ох, как меня. Ой-ой-ой, вот этот вот самый такой, знаете, не очень приятный момент, когда он вот тут кружится. Так, что у нас там? Так, у нас, по-моему... Ну ты можешь убиться, убейся, убейся! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это, ой-ой-ой-ой. Да, вот тут я сам, конечно. Да, в лес называется. Даже, знаете, вот просто даже не... Ну, как сказать, вот даже не выполняя миссии какие-то, вот... Просто здесь вот реально веселуха просто полетать, пострелять. Так, я по-моему что-то не... Нет, что-то я там выполнил. Два из трех. Ну вот что именно. Ага. И сейчас я ничего не могу поднять, потому что у меня куча всякого барахла. 15. А, блин, меня бьют. Ух, ёпта. Это я называется встал так. Под огонь. Хотел проскочить между двумя, так сказать, бомбочками, но не получилось. Так, таргет. А, вот у меня надо, да? Так, давай, 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 полетели. Потому что здесь... Да ёпрст, как он меня влупанул-то. Да убейся, блин. Да, я вот здесь вот увидел, вот с правой стороны есть непосредственно некая такая вот миссия, да, у меня там две миссии или какая-то одна миссия. Блин. Ну, давайте... Это мы можем взять? Во.
мы эту сможем взять. А что это такое? Хор. Не знаю, что это такое, но что-то... А, мы, слушайте, вот, мы подобрали вот эту хрень. И мне вот с правой стороны, если давить коллект... В общем, я что-то там забрал. Да, и у меня получилось, я выполнил. Так, теперь мне нужен пилот... Чего там? Пилот паб. Да, Rebel City. А где ты, блин, Rebel City, а? Вот объясни мне. Так, это Imperium City. Imperium City, Imperium. Куда, вот где тебя искать? Я вот хз. Numble Factory, ну, или что там. В общем, надо сейчас полетать, обнаружить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот этот похож на носорога, зараза, блин. Да ты можешь убить, да? Так, ретурн, так, это чат, непонятно. Слушайте, не могу, блин, найти вот этот вот Rebel City. Где он этот находится? Главное, что карта-то особо я не... А, вот с правой стороны, кстати говоря, если посмотреть, карта вообще, я ее там буквально чуть-чуть только приоткрыл. А, вот кто-то, кстати говоря, похож на моего там союзника прилетел. City Rings. Нет, это не то. Да, в общем, такая вот занимательная игруха. Если честно. Так, блин, надо как-то их сейчас от них отвязаться, потому что мне вот эту штучку я хочу забрать. Все, вы успокоились. А вот это что такое? Ох, как я, блин, не вовремя стал. Ну. Так. Не понял, слушайте. Ну, давайте я вот эту все-таки заберу. У меня она вот прям хочет, я ее хочу забрать. Так, Return Rebel City. Потом по типу. Да, слушайте, блин. Без английского это, блин, жопа. Ну, без, без хорошего знания. Так, в общих чертах-то я могу понять, что делать. Ну. Так, ладненько. Давайте, как говорится, хорошенького, но понемногу стоять, блин. Сейчас я тут быстро, как говорится, их... Да, от них... Да, вот так вот. Фуа! Ах ты ж, блин, козлина, я тебя все-таки урою. Вы что думаете, я тут такой слабенький беззащитненький? А, вы вот так. Сейчас я вас, блин... Ваши яйца на кол повешу. Будете... Будет в виде трофея. Так, ладненько, да. Так что вот такая вот игрушечка. Ну, лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Напишите, что вам не думаете. Как говорится. Ссылочку на игру я оставлю в описании. Она стоит, кстати, ну, не так и дорого, в общем-то.
для такой, знаете, пострелюшки вполне себе. Вот, если кто любит, да, позалипать вот именно сетевые игры, там PUBG. Вот, надеюсь, что в будущем как-то, ну, завезут все-таки российскую локализацию, потому что она сейчас только выходит, по-моему, в ранний доступ. Или уже вышла. Вот. Не буду врать, поскольку я говорю, что она вот должна была выйти. Я вот, когда вот сейчас записывать, стал что-то как-то не посмотрел, то ли вышла она, или она еще только выйдет. Вот. Ну, во всяком случае, вы сможете добавить ее, так сказать, в избранное, да, и в любом случае, как-то она у вас будет всегда под рукой. Все. Напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все, пока, до встречи и увидимся. Банзай!